Йо-йо-йо-йо-йо, добрый пожаловать всем, меня зовут Эви Маветье, я очень рад попал на самое первое видео на русском, которые будут только говорить на русском. Я живу здесь, в России, уже 4 года я живу здесь. И такой канал, это только для студентов, которые живут в другие страны, которые хотят приезжать сюда. Я дам вот сюда, на этот канал, много информации, которой можно помогать очень много студентов. Поэтому я решил после активирования монетизации на этом канале, я могу переходить на другую тему, на любая тематика, конечно. Я уже готов это заниматься. Наверное, следующая неделя я начинаю. Вот на этом видео я спрошу вас, пожалуйста, поставите комментарий мне нужно для любой темы. Это как будто бы пропозиция. Очень много ваше мнение я хочу читать, я хочу узнать точно. И если первый раз для вас попал на этом канал, поставите лайков. И если не подписывается, подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. Надо мне понимать, мой русский-то не чистый. Очень много говорят, что у меня акцента нет, но я чувствую, что говорю, но не так. Ну, понимаете, говорю, но не так. Но ничего страшного, я вас спрошу еще раз. Поставите лайков на этом видео, потому что это самое первое видео. Но не сколько влог, конечно, я уже сделал на этом канал. 2-3 фразы, которые на русском говорил, но это не целое видео. Самое первое видео вот это. Конечно, снимаю. Но я буду на следующий месяц уже, что говорю, следующая неделя, наверное, ходить, встречаться с людьми на улице, анализировать на любая тематика, которая вам нравится, которую вы хотите, что я буду на такой или такой, либо такой вот тема занимаюсь или анализировать. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и поставите лайк, плюс ваш комментарий. Я буду выбирать, который лучше на меня подходит. И буду это занимаюсь видео, снять слишком хорошее видео для вас. Ваша поддержка мне обязательно надо. Но я надеюсь, мы будем увидимся на следующее или пример эфира, или на следующее видео. Меня зовут Эви Маветье. Я был очень рад с вами поговорить, даже не очень правильно я поговорил на этом видео, но ничего страшного, ваша реакция я жду. Пока-пока.